Определяем износ цепи. Есть вот такая штучка, называется измеритель растяжения цепи или калибр. Здесь написано единичка. Вставляем одним краем в один ролик и пытаемся вот этим вот кончиком просунуть между звеньями. Если он проваливается, значит все, износ больше 1%. Теперь берем две абсолютно одинаковые цепи. КМС Z. Сверху старенькая, которая грязненькая, снизу новенькая, да? Вот они сейчас одинаково начинаются. Начинаем смотреть. Видите, постепенно расстояние между растянутыми роликами больше, чем между новыми. Идем дальше. Смотрите. То есть уже практически на ползвена старая цепь растянута. То есть на всю длину цепи старая цепь растянулась на одно звено. Вот так вот эти цепи начинают изнашивать звезды. Когда звено слишком сильно растянуто, оно начинает подъедать зубчики на звезде.